плавать на речке, брать тапки. Ну, мы еще не знали. А Женя уже прыгнул, мы прозевали все. Мы сегодня в городе Уимберли приехали на Blue Hole Pool. Вода здесь 68 градусов по Фаренгейту. Женя сейчас на тарзанке прыгает. Женя, ну как, получилось прыгнуть? Не страшно? Не больно? Вот, здесь у нас был бронь была с 9 до часу. Мы думали, можно до часу доехать, но тут в час надо уже уйти. У нас совсем мало времени здесь. Вода холодная, на дне камни. Папа там страхует Женю. Давай посмотрим, как Женя будет прыгать. Да, посмотрим. Только поймать сначала. Пытаются поймать тарзанку. Okay. I'll hop in now. Пускай сам. Her face was like, oh my god. I'm coming. Mama's coming. I think I'm just gonna get in because I want to go in sooner. Вот такое здесь место. Все, идем в рот в воду. Нет, пошли погуляем. Смотрим. Такая полянка, здесь отдыхают. Там уже тебе, ты сказала, холодно. Ну да, потом привезли. Там вон еще одна. А там еще одна тарзанка. Это больно для старших, потому что здесь уже глубже. Глубже? И тут вон еще тоже вон мостик спускается. Да. Я не знаю, насколько. Тут, наверное, уже глубже. И все, там дальше прохода, получается, нету. Все вот это маленькое местечко, да. Место для тусовки. И там прыгают постарше, наверное, да. Люди, потому что там глубже. Ну, уже видите подросткам по шее, так что... Сейчас пойду, положу камеру. Пойдем, да, и пойдем в воду скорее. Угу. Пойдем еще посмотрим, как Женя прыгает, и потом пойдем еще. Хорошо. Да, и с воды потом будем. Так, ты не подождем, пока Женя прыгает. А я в воде подожду, посмотри. Нет, отсюда можно спуститься, наверное, тут глубоковато будет тебе. Да у меня круг, мама. Что? Могу поплыть. Папе поплывешь? Папа, пойдешь спускаться? Да. Ну, попробуй. Пойдешь? Иди. Хорошо. Только аккуратно. Буду аккуратно. Хотя я уйду через обычный вход там. Там, где скользко? Да, там скользко. Я смогу. Нет, одна не ходи, Алиса. Ты что, ты там подскользнешься. Папа подскользнулся. Сейчас Женя прыгнет, и мы пойдем. Alexander!
спускаться здесь? По ступенькам. Чего? Не, я лучше там, где скользко, мам. Мы папу позовем, чтобы он тебя встретил. Ты же не спрыгни, попросим папу, чтобы он тебя встретил, хорошо? Сейчас Женя будет прыгать. Нет, Женя на очередь. Дерево сейчас прыгает. Нам просто нужно с дерева, чтобы набрать высоту и прыгнуть. Все, зови папу. Сейчас. Зови папу. Ярослав. Папа. Ярослав. Покупались мы там. Покупались. Ушли в свое время, когда нам уже надо было уходить, переоделись. Там, где мы припарковались, мы нашли столики, съели котлетки с помидоркой. А теперь у нас на десерт арбузик. Вот. И нам здесь понравилось больше, чем мы были в предыдущем парке с родниковой водой в Крауспринге. Здесь вода чище, бортики ниже, и можно маленьким детям попрыгать. И есть полянка. Здесь нам понравилось больше. По плану сейчас перекусить и пойти по городу поискать ковбойские сапоги. Очень колоритный город. Такое чувство, что в каком-то курортном городе очень много людей тусуются. Здания такие интересные все. По ходу нашей прогулки мы нашли первый сапог. Ярослав, сфоткай детей, пожалуйста. А потом меня хорошо, сфоткаешь. Спинте. Такие вот здесь улочки, закоулочки. Красивое место. Мы нашли галерею искусств. Не знаю, только платно она или бесплатно. Написано open. Не садитесь и не карабкайтесь. Если покарабкаетесь, будете покупать. Вот так. Мы попали еще в одну арт-галерею. Это, наверное, единственный город за год, который, в принципе, впечатляет своим. Да. А вот здесь можно еще сапогом смотреть. Да. Да. Своим внешним видом, своей жизнью впечатляет. Смотри, Ярослав. Фото. Жень, становись. Ковбой, рядом. Полежи, полежи. Смотрите на меня и улыбайтесь. Теперь мама посмотрит. Не, пока, наверное, я пока не буду. Смотрите. Мне тоже кажется, что нет. Здесь, наверное, можно заходить в здание еще что-то смотреть, но мы уже не пойдем. Мы тут на улице погуляем. Пойдем. Ну да. Интересный город, согласись. Да. Еще один сапог. Напомню, что здесь таких сапогов по городу 50 штук. И есть карта. И есть карта, где они находятся по городу. Если интересно, могу оставить ссылку в описании. Мы нашли очередной сапог. И розу. Алиска, ты можешь так вот между розой стать и сапогом, если хочешь. А Женя может присесть. И папа их с этого вот ракурса как-нибудь сфоткает. Женя улыбнется. Хорошо. Держитесь рядышком, не уходите. А это что за? Это куры. Какая-то страшная женщина.
Но мама милая. Мы продолжаем свой поиск интересных ковбойских сапог. Конечно же, все сегодня не пойдем. Очень жарко. Миленькие собачки. Вот еще один сапог. Здесь реклама этой тарзанки и на сапоге тоже рисована. Тарзанки. А там на стенке написан тур. Еще один сапог с кактусами. Такие домики, непонятно даже, кто-то живет, ли это реклама какая-то. Но очень интересно. Посвящено, значит, этим диким цветам. И, наверное, этим, опалителям, насекомым, потому что здесь вот всякие бабочки и насекомые. Полинейтерс. Полинейтерс — те, кто опыляет. Это бабочки и пчелы. Это еще птица с другой стороны. Ну, значит, и птица тоже. Интересно. Оформлен город. Сапога еще своя история. Пойдемте туда. Еще один. Очень забавный. Расцветкой. И нарисовано, сколько ты будешь в ширину, если съешь столько пиццы. Да? Это типа, понимаешь, как будто бы кого-то отмечали, потому что имена, по-моему, повторяются, не знаю. Таблички нету? Нет, таблички нет. Мы нашли деревянный сапог. Не деревянный, сделанный, как будто бочка. Еще один сапог. И, наверное, на сегодня это будет последний, потому что очень жарко, уже все устали ходить по жаре. Но однозначно в этот город стоит еще вернуться, так как здесь есть еще один парк с колодцем Якова. И еще очень много, наверное, штук 35-40 сапог, которые можно поискать. Но более прохладную погоду. Так, наверное, сейчас пойдем поищем деткам мороженое и поедем домой. Зашли в магазинчик сувенирный. Замороженный называется. Кисочки. Женя, выбирайте мороженое. Магазин товаров для дома. То ли индейского, то ли техасского. Такие красивые эти коврики. То ли мексиканского стиля, непонятно. Очень интересно. Витражи, посуда. Бисюльки всякие. Тарелки расписные. Мне больше всего лампы понравились. Турецкие, почему? Ну, а турецкие, да? Турецкие. Красивые штучки. Обратную дорогу мы выбрали живописную, которая называется «Хребет дьявола». Сейчас мы на пикник Эрии. Пойдем попробуем подойти к забору, посмотреть, на что открываются виды. Понавешивали всяких крестов на клетку, на забор. Мы присядем. Хорошо, присядьте. Отсюда ничего не видно. Но. А тут может... Хорошо, надо... А может быть и не должно быть видно. Просто люди придумали сами тут какую-то, не знаю, выставку чего-то. Вот крест. А почему кресты? Ну, типа, как замочки вешают, а тут вот какие-то замочки завязаны. Ну, пошли по периметру пройдемся. Дети? Да сидят дети, может, не унесут. Какие-то сушные игрушки какие-то. Да!
что обозначают эти таблички с крестами, я даже не знаю. Замки часто понятно на заборах, но здесь кресты в основном. Кто что? Больно, оно похоже на какой-то прям этот мемориал. Мемориал, да. Чем на, скажем так, мост влюбленных или еще что-нибудь. Потому такое. Что мост влюбленных обычно эти сердца, ой, о, замки. Смотри. Loving memory, да, это в этот, ну, память. И всякие такие, знаешь, как я не знаю. Вон, крест. Крестов с этим, как с места аварии там или что-нибудь еще, какие-то маски от ковида, может быть, погибших, бутылки на петле. Кресты. Фотографии, да. Это да, это что-то такое. Браслеты больничные, причем какие-то, да. Ну, не очень напоминает это сюда. Поэтому... Годы жизни, да. Да, это именно такое мемориальное. Пошли наверх. Да. Верное. Сейчас идем. Есть. Машинка тут такая прикольная стоит. Ну, это типа какого-то у нашего соседа. Ну что, наверное, поедем мы домой уже. Дети? Поехали, коты. Вот такая сегодня получилась прогулочка. Небольшая, но очень жарко. Все, всем покушаем. Я хотела на свое место сесть.